Отсутствие национального видения евроинтеграции, повальная коррупция – главные проблемы страны. В этом убежден бывший премьер Ион Кику, который вместе с командой разрабатывает программу партии развития и объединения Молдовы. В программе «Пром» отмечается, что за последние 30 лет излюбленной стратегией политиков для достижения власти стало «разделяй и властвуй» – деление общества на хороших и плохих, на тех, кто с Востоком или с Западом. По мнению бывшего премьера, расколотое общество процветать не может. Главной задачей будущей партии Ион Кику и его единомышленники считают объединение общества вокруг цели интегрировать Молдову в семью европейских стран. Члены инициативной группы партии также заявляют, что повальная коррупция, правосудие, контролируемое политиками, и право сильнейших – это последствия слабого и неэффективного государства. Бороться они предлагают путем эффективного контроля над расходами и имуществом в сочетании с ужесточением наказаний. Малую коррупцию можно искоренить, обеспечив населению достойную зарплату, утверждают Кику и его сторонники. Также инициаторы создания «Пром» предлагают создать условия для возвращения диаспоры домой, повысить качество общественных услуг и развивать инфраструктуру. Бывший премьер утверждает, что лучших специалистов в области науки, образования, медицины, культуры и бизнеса отодвинули на задний план политики с сомнительной репутацией.